Привет, друзья. Вот вы представляете, мне приятельница написала вопрос, можно ли с помощью приемов ключа развивать интуицию, обострить ее до такой степени, чтобы решать все свои проблемы, которые вот ну никак у меня не решаются. Ну, я не знаю там, какие проблемы, я не спрашивал, но я сказал, сделаю ролик, поэтому я сделаю следующий ролик именно об этом. И второе, у меня друг из Вьетнама написал, а вот сделайте ролик, почему вот, например, профессор читает лекцию, один понял, а другой не понял, а вот тот, кто понял, тоже понял по-своему. Ну да, вот вопросы такие. И вы, пожалуйста, друзья, сейчас напишите мне вопросы. Я постараюсь в одном-двух следующих роликах на них ответить. А вот это я понял, что можно не просто любоваться, но можно, как говорят женщины, наслаждаться картиной, если она хорошая. Ну, напишите, хорошая у меня картина. Огородник или садовод Иннокентий. Вот цветы вам дарят, друзья, цветы. Я знаете, какой афоризм придумал? Если что не понял, выучи. Ну вот именно, наша школа для того дана, чтобы понимать. А если не будете понимать, будете вот такими. Серёмка, видите? Глазик какой, видите? Ой, какой красавец! Нравится? Девочкам, наверное, нравится. Да, глазик какой, да? Цветной. Итак, друзья, пишите вопросы, чтобы я вам приготовил такой очень хороший ролик, на котором сразу много ответов. До встречи.